Друзья, добрый день всем. Вот это упражнение делайте 1-2 раза в день, и проблем с позвоночником не будет. Все, блин, кругом только и говорят, тебе нужно завязать с алкоголем. Да я с алкоголем только пакет могу завязать. Вес. Ну покажи, как ты не хочешь, чтобы я пил. Покажи. Ну. Давай. Показывай. Блядь. Вес. Отдай. Вес. Ну все, ну последняя бутылка, блядь. Вес. Последняя бутылка. Все, и бросаю пить. Весочка, ну пожалуйста. Ёбаный, из нее течет уже, блядь. Моя любимая собака. Веста, отдай. Отдай, говорю. Да отдай, дай бухануть-то, блядь. Отдай, дай бухну. Веста. Ёбаный в рот. Я в шоке. Ну что, товарищи, с пятницей вас, что ли? Тик-ток, блядь. Пошли бухать. Пятница, нахуй. Говорю вам ответственно. Если спирт зимой замерзнет, все равно его не брошу. Буду грызть его зубами, потому что он хороший. Доктор, я немного волнуюсь. У меня первый раз такая процедура. Простату массировать сейчас вы мне будете. Куда я могу положить свои брюки? Да кладите рядом с моими. Ребята, денег срочно надо в долг. 2-3 миллиона. Кто может, дайте, пожалуйста, в долг. На 2-3 дня. Съебаться с этой страны. Мужики, кто там ищет бабу, которая не ебет мозги? Пишите мне в личку, короче, я вам расскажу, как перестать верить в чудеса. Ребят, ну это вообще умора. Купил вчера выключатель, блядь, реагирующий на хлопок. С женой сексом начали заниматься, блядь, как на дискотеке, нахуй. Ребят, ну не знаю, что уж должно случиться. Ну вот такая вот ситуация. Откуда и куда человек делся? А кроссовки его остались. Кошмар. Друзья, как доктор дам вам один хороший совет. Если вы с похмелья, вам тошнит, да, и вы не можете вырвать, засуньте один палец в рот, а один в жопу. Если не помогает, поменяйте пальцы местами. Друзья, россияне, помогите, пожалуйста, разрулить ситуацию. Вот смотрите, я сегодня перечитывал законодательство о самозанятости, да? Вот я самозанятый. Ну, если, допустим, я пришел, там, муж на час, да, услуги, я поставил люстру, там, женщине, и она мне говорит, ну, нету денег, давайте я натурой расплачусь с вами. Вот объясните мне, если я в рот дам налоговому инспектору, это будет считаться, что я заплатил 6% налога или нет? Друзья, а вы знаете, что будет, если год не заниматься сексом с женой? Простуда заебет, потому что на рогатую башку хуёво шапку одевать. Ребят, жесткий анекдот, но имеет место быть. Значит, пацан приходит к девчонке и говорит, давай разнообразим наши отношения. Давай я куплю презервативы с разными вкусами, а ты будешь угадывать. Она, вау, давай. Ну, там купил банановые, клубничные, всякие разные. Вот, она раз в рот взяла, по-моему, это брынза. Подожди, говорит, я еще презерватив не одел. Друзья, сходил сейчас в магазин, купил сок пшеничный без мякоти. Водку. У меня жена, ну просто искусница. Сегодня приготовила на обед грузинское блюдо. Знаете, как называется? Жри, чё дали. Передай привет подписчикам. Да, подпишитесь, скажите, на канал. Веста.
Да, подписчики, бегом сюда все. Девчонки, давайте представим. Одна ваша нога это четверг, а вторая суббота. Так, может быть, я в пятницу зайду. Ребята, поцарапал дома сковородку. Что делать? Залез в Google, загуглил. Первые 5 ссылок на гранитные памятники. Я вот помню, когда доллар был совсем еще маленький, когда ему было всего лишь 6 рублей. Потом шли годы, ему стало 80. Жду не дождусь, когда он сдохнет. Кстати, друзья, как заслуженный алкоголик Российской Федерации, хочу поделиться с вами опытом. Если похмелье не лечить, то оно проходит за один день. Если же начать лечение, то оно пройдет, дней за 10. Ребята, а если после выходных вам не захочется идти на работу утром в понедельник, откройте журнал Forbes и найдите там свою фамилию. Ну что, не нашли? Тогда вставайте и пиздуйте на работу. Уважаемая мужская часть населения России, поздравляю вас с заслуженным праздником. С Днем защиты нервной системы мужчины вас от женского насилия. С пятницей вас, господа. Алкоголь из организма выводится через 21 день, то есть никогда. С пятницей вас, господа. По моему мнению, самая привлекательная страна – это наша с вами страна. Здесь могут привлечь за все, что угодно. Друзья, рекомендую вам коктейль «Фантазер». Берете бутылку «Фанту» и бутылку «Пять озер». Три бабы встречаются, одна говорит: «Блядь, я когда замуж вышла, это, говорю, не буду стираться». День-два проходит, раз, машинку купил. Вторая говорит: «А я замуж вышла, говорю, не буду убираться». День-два проходит, раз, моющий пылесос купил. Третья говорит: «А я когда замуж вышла, говорю, готовить не буду». День-два, ну и одним глазом видеть начала. Блин, а вы заметили, что в России даже болезни нормальные отечественные нельзя найти? Все делают в Китае. Ребята, добрый вечер всем. А спорим, вы не сможете сказать наоборот: «Я не Женя». Зашел вчера в аптеку, спрашиваю у фармацевта: «Дайте презервативы с усиками». Она говорит: «Он сегодня не вышел на работу». Заразился коронавирусом? Не сдавайся сразу. Зарази всех пидорасов, разнеси заразу. Ребята, поздравьте меня с новой должностью. Я теперь секретарь туда-сюда. Проституция – это уникальный бизнес. То есть человек после того, как он продал то, что у него есть, это то, что он продал, у него остается. Кошмар. Ребята, а по образованию я ветеринарный врач. А почему я выбрал эту профессию? Да потому что я могу выслушать любую скотину. Наступила осень, отцвела капуста. Бабы все попрятали половые чувства. Выйду на дорогу, брошу хрен свою в лужу. И пускай все думают, нахер он мне нужен. Друзья, с годами я для себя решил, что самая медленная скорость – это скорость звука. Когда родители нам говорили в 14 лет что-то, доходит только после 40. Ребята, ученые-статисты говорят, что люди с большим членом очень зарабатывают мало денег. Я благодарен Богу, что я нищий. Талантливым быть просто. Одна бутылка в час. Сложнее жить мудакам, они думают о нас. Ребят, у меня самая замечательная жена. Просыпаюсь, открываю холодильник и смотрю, стоит что? Чекушка. И вот на пороге появился Алексей. Мы сразу поняли, что он в хлам, в дрова.
А как мы определили? Да потому что на нем было пальто, застегнутое на собственное яйцо. Сука, ты зачем со мной так подло поступила? Взяла и кончилась. Ребят, прочитал в интернете, что миллионеры встают в 5-6 утра. Мне кажется, моя бабушка что-то от меня скрывала. Ребята, а вы знаете первый закон электрика? Не оголяй конец без нужды. Блин, ходил в больницу, врач антибиотики назначил, а мне их пить нельзя. Я ж бухаю. Вот сижу и думаю, если звездочками маты заменяют в тексте, интересно, что написано на армянском коньяке? А вот пиво однозначно полезный напиток. А знаете почему? Да потому что миллионы мужиков не могут ошибаться одновременно. Ребят, ходил недавно в больницу, взял анализы, сделал. Сказали, или надо расстаться с алкоголем, или потеряю зрение. Блять, ну что, придется наливать на ощупь теперь. Ребята, с бабами пропадете. Взяли чекушку, мало, пошли еще за одной, мало. Сейчас еще иду за одной, мало. А я изначально говорил, бери 0,7. Холодная водка пьется приятно, и душу мою согревает она. Но если тебе она мешает в работе, то брось ее нахуй, работу свою. Всем доброго дня. Друзья, никогда не ешьте сырую морковь. Это опасно, если это холодильник одинокой женщины. Ребята, если взять ипотеку в 4 миллиона, платить ее 25 лет. А если спиздить 4 миллиона, дадут 6-7 лет. Эта мысль не дает мне покоя. О, а что у нас, холодильник девочка? Где яйца-то? Ёпа-мать. Диван с нуля сделал. Такой вот красавец получился. Короче, сегодня у меня получился влог про животных. Смотрите, ребята, я охерел, я даже не заметил. Пришел кот, и смотрите, нахуй, куда он пришел. Лизы, веточка, лизы. Нет, ничем не пахнет. Ничем. Камикадзе, блядь. Кот камикадзе. Коте, ты камикадзе. Да? Да. Алиса, назови, пожалуйста, самое длинное слово на казахском языке. Ответ есть на ответ mail.ru. Читаю.